Лекция на тему «Основные задачи департамента». Сан-Фьерро Полис Департамент – правоохранительный орган города Сан-Фьерро, штат Феникс, США. СФПД стремится служить обществу, защищая права всех людей, что и показывает девиз департамента «Служить и защищать». Задача департамента – охранять жизни и собственность людей, которым мы служим, чтобы уменьшить страх перед преступностью и для повышения общественной безопасности во время работы с различными общинами, чтобы улучшить их качество. Олег, по этой лекции вопросы есть? Нет. Нет. Отсутствует. Девиз у департамента как звучит? Ай, блин. Что-то про службу вроде. Служить и защищать, да? Да, да, да. Ладно, короче, понял. Служить и защищать. Все услышали, запомнили? Типа только на английском помню.